В минувшее воскресенье по Риге прошел очередной марш живых. Шаги участников шествия звучали в память жертв Холокоста. Во время Второй мировой войны на территории Латвии погибли около 100 тысяч евреев. За годы немецкой оккупации в Латвии погибли 70 тысяч местных евреев и еще около 25 тысяч приехавших сюда из покоренных ранее нацистами стран. В это воскресенье уже в третий раз подряд еврейская община почтила память погибших. Марш живых начался у старого еврейского кладбища на месте массовых казней обитателей рижского гетто. Прошел по улицам московского Форштадта, по которым колонны евреев шли на расстрел на Румбулу, и закончился у сожженной 4 июля 1941 года синагоги. На мероприятие пришли сотни человек, в том числе редкие свидетели Холокоста в Латвии и их потомки. Рижанке Этти летом 41 года было 7 лет. Она жила тогда в Даугупилсе. Из ее большой семьи спаслись немногие. Сама Этта осталась жива только потому, что вовремя покинула город. У моей бабушки было 10 детей. 10. Со семьями. Семьи были, дети, внуки, правнуки, все было. Из этих десятерых осталось в живых только четверо. И то двое погибли в Великую Отечественную войну. Мария родилась под Смоленском. Ее мать была казнена за укрывательство евреев, а саму Марию сослали в немецкий концлагерь. Мне уже вот 85 исполнится, я не могу понять, что мне помогло выжить. Когда освободили из лагеря, у меня была уже открытая форма туберкулеза. Это и после войны разруха, голод, и что помогло? Наверное, Всевышний. Мероприятие посетили депутаты Сейма, представители Рижской думы, дипломаты. Это уже третий раз, когда я участвую в марше живых, потому что очень важно помнить о событиях тех лет, чтобы Холокост никогда больше не повторился. Это нужно все делать, нужно все помнить, нужно понимать, что произошло, нужно передавать это школьникам. И главное, мы должны сами все делать, чтобы мы сами это поняли правильно. Но в это воскресенье в Риге состоялся и другой марш. Марш тех, кто отмечает вступление гитлеровских войск в Ригу как праздник. Как говорится, без комментариев. Mēģinājām sagūt īpašums nelikumīgā veidā, parādīt, ka viņi šeit ir saimnieki, nevis latvieši. Оба мероприятия прошли без происшествий. Алексей Дунда, Олег Горячев, первый.